И они говорили, что эта планета необитаема. Ничего опасного. Простите, сэр. Могу предложить вам защитный купол силового поля? Давай! Разрешите представиться, сэр. Я QBF-41. Новая модель космоплавающего торгового робота. Ну, дружище, спасибо тебе. Если бы не ты, а представители фирмы уверяли меня, что эта планета необитаема. Вообще-то, такие существа здесь не водятся. А как же они сюда попали? С моей помощью, сэр. Да ты что, шутишь? Блок юмора отсутствует в конструкции торгующего робота. Вместо этого у меня лишний блок вежливости. Вежливости, вежливости, вежливости. Да они же чуть не сожрали меня. Но как вы, наверное, заметили, сэр, я полностью контролировал положение. Контролировал. И вмешался при появлении реальной угрозы. А ну убирайся отсюда. Пошел ты! Пошел он вместе со своим паршивым куполом! Слушаю, сэр, к вашим услугам. Будьте любезны, спасибо, пожалуйста. Осторожно, масса передатчика. Вскрывать в первую очередь. Все необходимое для жизни будет послано вам с помощью массы передатчика бесплатно. Ага. Земной офис фирмы приветствует вас и поздравляет с прибытием на место. Не хотели бы вы сделать первый заказ? Я еще не распаковал вещи. Хотя да. Пришлите мне, пожалуйста, лезвие и крем для бритья. Окей, окей. Фирма шлет вам наилучшие пожелания. Простите, сэр. У меня имеется отличный бритвенный крем. Глогламма. Я же велел тебе убираться куда-нибудь подальше. Понял? Подальше. Гладкая кожа, полная дезинфекция. 12 порций, цена... Нет, нет и нет. Я сейчас все получу с земли. Совершенно бесплатно. Проваливай. Знаете что? Я возьму на себя смелость тоже предложить вам образец крема бесплатно. Проваливай. Бесплатно. Проваливай, проваливай. Вы довольны, сэр? Товар у тебя действительно первоклассный. Сколько тюбиков вы возьмете? Пока один. Будьте любезны. Ваша машина что-то получила для вас, сэр. Бритвенные люди, согласно заказу, крем для бритья, стоимость пересыл 50. Hello, фирма поздравляет вас с первым приобретением. Простите, вы прислали мне лезвие и счет. Стоимость пересылки 50 межпланетных единиц. 50! 50? Но мне же неоднократно говорили, что все будет поставляться сюда бесплатно. Бесплатно! За счет фирмы. Это основное положение контракта. В контракте сказано все необходимое для жизни. И не упоминается о предметах роскоши. Фирма разорится, если станет удовлетворять все прихоти колонистов. Прихоти? Но ведь бриться я должен. Не обязательно. Отпускайте бороду. Вам пойдет. И не подумаю. Забирайте обратно. Я отменяю заказ.
Кстати, сюда забрел торгующий робот и продал мне тюбик крема для удаления волос. Прошу вас немедленно оплатить покупку. Вы должны немедленно отказаться от покупки. Контракт запрещает вам приобретать товары в обход фирмы. За это на вас будет наложен денежный штраф. Но это... Знаете, что это? Это жульничество, это грабеж, рабство! Вы получаете первое предупреждение за оскорбление фирмы. Слышишь, друг? Извини, ты все видел. Я попал в западню. У меня нет денег. Ну... Да ладно, берите его так, без денег. Вам же надо добриться. Торгующий робот ЮПФ-41. Получаете первое предупреждение. Нарушение правил купли-продажи. Да. Похоже, что ты тоже на крючке. Вы получаете второе предупреждение за сотрудничество с конкурирующей фирмой. Получаете второе предупреждение принятия услуг от конкурирующей фирмы. Старик, теперь мы на равных. Счет 2-2. Это конец. Чувство юмора. Это конец. Такое у нас не прощают. От системы питания отключаетесь. В соответствии с условиями контракта. Так! Вот вам! Аварийный блок энергопитания. Вскрывать в случае крайней необходимости. Ты с ума сошел. Твои схемы перегорят. И ты... Ты выйдешь из строя. Ничего, ничего. Я выдержу. Я железный. Я все же боюсь за тебя. Не беспокойся. Я поставил себе лишнее реле. И время от времени буду отключаться, как холодильник. Правда, неплохая шутка. Elvis Presley. Mom, I'm all shook up. Can't get it.